Много лет назад минотавры процветали на земле рассвета. Они были сильными, крепкими и умными. Воистину, люди железной воли. Предки минотавра произошли из артефакта с могущественной силой. Они назвали его «сумеречной сферой». Минотавр получил силу сумеречной сферы, чтобы укрепить свое тело и разум. Однако не все секреты сферы были известны. Минотавры стали осваивать сумеречную сферу и проводить серии экспериментов в надежде понять его происхождение, чтобы лучше служить народу минотавров. Для защиты сферы минотавры построили сложный лабиринт, огромный, с изощренными ловушками. Лабиринт не позволял никому похитить сумеречную сферу. Минотавр подписал контракт с Алдосом, могучим героем, чтобы защитить сферу. Алдос стал пользоваться силой сферы, взамен обещая охранять вход в лабиринт, чтобы никто не смог пройти в него. Множество слоев лабиринта позволяли минойским людям быть вблизи сумеречной сферы и пользоваться ее силой. На протяжении поколений минотавры процветали благодаря могущественной силе сферы. К сожалению, ничто не длится вечно. Динамичнее, парни! Сегодня мы пойдем домой с полными карманами! Чё? Чё это такое? Я никогда таких камней не видел. Нефритовые минералы появились крайне неожиданно. Благодаря огромному количеству полезных ископаемых, обнаруженных вблизи лабиринта, некогда пустая деревня вскоре превратилась в суетливый торговый город. Торговцы в бесчисленном количестве приходили караванами, ведя бизнес, где бы они ни находились. Путь, соединивший такие города, звался Нефритовый путь. Нефритовый путь вырос еще больше, и все были опьянены великой удачей, свалившейся на их головы из ниоткуда. К сожалению, некогда благородный народ минотавров пал перед соблазном нефрита и золота. Со временем люди стали совершать бесчеловечные преступления во имя власти и богатства. В конце концов, человеческая безнравственность разгневала двух древних богов – Лорда Света и Лорда Бездны. Эти два бога принесли разрушение на землю. В лабиринте Минотавра. Что-то не так с сумеречной сферой. Сумеречная сфера создала барьер, когда боги вершили свое правосудие, но... Все снаружи лабиринта Минотавра было уничтожено. Города, нефритовый путь, все процветание и все развитие. Но самое главное, все корыстные желания. Все сгинули, никто не выжил. Что? Что, черт возьми, произошло? Алдос! Помоги! Что? А? Юный минотавр был скован страхом. Покидая свой родной город, минотавр не видел ничего, кроме руин некогда процветающей земли. Он шел вперед, покуда не увидел земли рассвета. Прошло много лет, но минотавр все еще стыдился своей трусости, и что не помог тогда Алдосу. Воспоминания о его разрушенном городе преследовали каждую ночь. Иногда его посещали мысли о возвращении. Тем не менее, нефритовый путь был похоронен в глубине песка и щебня, не оставив и следа. Однажды минотавр почувствовал зов сумеречной сферы. Песчаная буря показала некогда утерянный нефритовый путь. Продолжение следует. Смерть, тупый яд, а как ушел мертвый отряд, а не жив, что в